28 марта под председательством заместителя главы администрации по идеологии общественной безопасности Хайбулы Умарова состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где приняли участие начальники отделов и управления администрации, представители прокуратуры, инспекторы по делам несовершеннолетних городского отдела полиции. После того, как я стала каждый день, вот мама после школы, каждый день после занятий он ко мне приходит, отмечается и уходит. Просто уже другого варианта нету. Он один день выпил с пацанами, пришел в стельку пьяный, мать его звонит, говорит, вот так пришел, говорит, весь грязный, побитый, я не знаю, где он дрался. Сколько лет? Ему 18, будет 10 месяца. Он начал после уроков сразу ко мне проходить. Ровно в 12 он у меня бывает. Я его держу, потом матери звоню, говорю, вот так отпустила, встречай, он домой доходит. Правильно, да, и сама? А дальше дома что происходит, вроде бы нормально, да? На заседании были рассмотрены административные материалы, составленные в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних детей. С нарушителями были проведены профилактические беседы, разъяснены права и обязанности несовершеннолетних и их родителей, даны необходимые рекомендации, а также вынесены соответствующие административные наказания. Просто сказать, что значит хорошо и что значит плохо. И обязательно там должен быть авторитет родителей. Родители должны себя вести и знать, что такое хорошо и что такое плохо. Сегодня говорит, вот это нельзя, то нельзя. Эта линия уже прошла, прошли мы это все. Воспитательный процесс, тема с детского возраста, с рождения должно быть. С родителями надо работать. В ходе общения с нарушителями членами комиссии были определены причины нарушения закона, выявлены некоторые семейные проблемы оступившихся и оказана необходимая консультативная, психологическая и юридическая помощь по всем возникшим вопросам. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».